45-й юбилейный. Чемпионат России по кроссовым гонкам прошел в Арском 29 октября. В соревнованиях участвовали 30 гонщиков. Чемпионом России по автокроссу в классе отечественных полноприводных автомобилей стал ульяновец Михаил Кутинов. 71 заявку от жителей по восстановлению освещения выполнил МУП «Ульгэс» в октябре. Специалисты городской электросети ремонтировали фонари во дворах жилых домов, вдоль дорог и на пешеходных переходах. За год в Ульяновске меняют 5-6 тысяч ламп. В Ульяновске появятся новые дороги. В Засвияжье на улице Юго-Западная работы уже завершили. В ноябре откроют дорогу на улице Зырина в Заволжском районе. Сейчас здесь укладывают асфальт, ставят барьерное ограждение. Еще одну проезжую часть скоро сдадут на улице Кашубы.